Всем добрый день! Приветствуем вас в нашей любимой компании Darkman. Наши прямые эфиры мы ведем из города Стамбула. Наша компания называется Darkman. Одежду мы производим под торговой маркой Darkwin. Свою продукцию мы продаем только оптом и только в наших магазинах. А их у нас 4. Два находятся в Лалале, один в Османбее и один онлайн-магазин www.darkmanshop.com. Добрый день, уважаемые клиенты! Добро пожаловать в прямой эфир. Прямые эфиры мы ведем во многих социальных сетях. В Инстаграме у нас две странички, Darkman Fashion и Darkman Fashion. Также в Ютубе, ТикТоке, Одноклассники, ВКонтакте и в Фейсбуке. Все видео сохраняются. Кто не может сейчас посмотреть, может попозже посмотреть. И оттуда тоже можете делать скрины и скинуть нам на заказ. Я вижу вашу реакцию. Да, мы получили ваше любимое платье. И представляем первую расцветку на Марине. У Марины рост 1,60 м, объем груди 104, талия 88 и бедра 117 сантиметров. Это у нас штапель вискоза идет. Боковые карманы, накат рисунка на подоле прекрасно очень украсил эту модель. Также есть утяжечка, можно сделать подол необычной формы. И, конечно, спинка у нас тоже украшена вот таким накатом. Вторую расцветку мы посмотрим на нашей модели Зейнаб. Рост 1,85 м, объем груди 123, талия 105 и бедра 133 сантиметра. Черная, яркая, современная. Очень удобная. Удобный паттерн на рукавах, рубашечный воротник. На планке идут пуговички до середины талии. И смотрите, какой красивый накат на спинке. Хорошие объемы. И у модели есть много-много расцветок. Радуйтесь! Снова начинаем со второй части эфира. Получили горячие. Еще текстиль пахнет. Вот так, поверьте. 5 расцветки, одна лучше другой. Зелень такие сочные, красивые, яркие, пыльные розовые. Форма трапеции, 4 пуговками, 3 четверти рукав, рукав регулируется на паточке, линия. Внизу есть утяжки на обе стороны, можно сделать стиль баллон, можно назвать как легко трапеции. Зелень, пыльные розы, горчица, коралл и черный. Также хочу сказать, на этой модели, вот на коралловом цвете покажу, здесь у нас идет сжаточка. Вот такая сжаточка очень красиво придает вид этой модели. Здесь у нас на планочке пуговички, рабочий воротничок, изделие батальный размер, 5 расцветочка. Делаем скрины, заказываем. Платье у нас здесь идет штапелечек, но это у нас идет прошлое, очень красивый рисунок подобран. И вот такие зеленые пуговички, лампасы, на рукавчиках у нас вот такие есть утяжечки. Фирма Darkman поздравляет вас всех с 1 мая, Днем труда. И да, мы на работе, работаем в обычном режиме, показываем новинки и повторы. Присоединяйтесь. Модели есть в наличии, только получили. Делаем скрины. Более полную информацию про модели вы можете узнать в телеграм-канале. Полный каталог продукции фирмы Darkman. Чтобы найти телеграм-канал, кто не знает, напишите в инстаграм-профиле Darkman Fashion либо Darkman Fashion в директ, и наши менеджеры помогут и подскажут вам, где что посмотреть и как найти. Компания Darkman создает стильную, красивую, модную одежду больших размеров. Наши изделия помогут подчеркнуть вам индивидуальность, добавят уверенность и привлекательность. У нас вы можете найти одежду на любой вкус. Мы одни из первых придумали удобные серии «Единичка, двойка». По поводу доставки, пожалуйста, свяжитесь с нашими менеджерами в инстаграм-профиле, на котором просматриваете наши видео, напишите свои вопросы, потому как новая система сохранение прямых эфиров не оставляет ваши сообщения. И после эфиров мы поможем вам найти достойного грузоперевозчика. А продукцию, да, мы продаем во Францию. Мы работаем в обычном режиме. Кроме воскресенья каждый день наша фабрика тоже работает. Также вам показываем поступление на один и повторах. Кто хочет сделать заказ,
по видеозвонку, но не можете приехать, но по видеозвонку можете делать заказ. Я продиктую номера телефона. Это 2090-532-068-1021, 2090-530-581-73-25. Звоните по видеозвонку, соберем ваш заказ. Карго многие работают, и заодно перед этим уточните еще информацию у Карго тоже. Продолжаем исполнить такие кислотные расцветки. Расстегиваются на замка, вискоз, хлопок, эластан, удобный капшон, спортшик. Мне тоже яркая, смотри, какая. Оранж, электрик, горчица и фисташка такая. Красота. Есть штапель, двойка, нанки идет майка, сверху такие накидка, жакетик, украшения с комплектом, две штучки в серии. Все наши еще прямые эфиры мы сохраняем. И кто не успел посмотреть, первый эфир мы уже сохранили. Сейчас вторая часть нашего сегодняшнего прямого эфира. Спортчек тоже такая двойка, пыльные розы, такие ментоль с зеленым майком. И фуксия с желтым. Клетка всегда актуальна в любой сезоне, а летом она очень-очень яркая. Еще одна двоечка, тоже штабельная. Лимон майка, футболка, не майка, даже футболка. И красная футболочка. Такие красивые накат. И футболочка из штапельной, кошка накат и надпись по-английски пишет там единственная домашняя кошечка. Да, и так. Ведущим направлением фирмы Darkman является производство женской одежды больших размеров. Мы считаем, что пышная современная женщина следит за тенденциями моды, но в первую очередь ценит удобство, практичность и качество. Все это вы можете найти в продукции фирмы Darkman. Мы производим свою одежду из натуральных тканей. Над производством моделей трудится более 25 модельеров. Лекалы проверенные, большой опыт более 40 лет. Еще одна жакет с майками. Здесь майка идет открытая, я вам покажу. Кислотные такие оранж, даже пожалуйста. Горчица, майка идет широкой лапочкой, сделана из лен. Такие пахли зон прикроет, хорошая длина и жакетик. Сверху это комплект. 4 расцветки, электрик, коралл. У модели есть 4 расцветки, одна красивее другой. Это все новинки, так как многие... Не то, что многие, так как вы не, у вас нет возможности прилететь к нам, своими прямыми эфирами мы прилетаем к вам. Представляем вам, это у нас идет пылик, батальный размер, на черном фоне украшен вот такими вот горохами, и красная конфорочка на рукаве, и снизу украсила эту модель. Вот такой интересный защип. Здесь у нас штапель вискоза, модель есть в расцветках. Кто ждали заказ, получили? У модели есть новые расцветки. Красный цвет есть с белым горохом. Черный цвет с белым горохом. Желтые окантовочки, смотрите, на резинке. И, конечно, есть и беленькая с черным. Модель представлена в 4 расцветках. Легкое, мягкое, приятное качество штапеля. Невесомое, очень приятно, как перышко. Батальный размер. Ближе покажу, здесь у нас полуманжетик здесь украсил рукав. И очень красиво сочетается и с рукавчиками на подоле. Полный рабочий у нас замок. Штапель, смотрите, мягкий, приятный. Хоть и светлая расцветка, не просвечивается. Могу вам сказать. У модели есть 4 расцветки. Одна красивее другой. 3 мелкие горох и одна такой среднего размера горох. В серии всего лишь 2 штуки. Только получили... Ткань, штапель. Форма трапеции, симметрия линия, удобный глубокий капшон и защитки на спине. Очень красивый эффект этот модель и очень хороший стран. Ура! Получили долгожданную модель. Кто ждал? Ждали все. Пришла наша знаменитая модель Шмель.
У платья, смотрите, крой трапеции. На манжете по бокам есть лампасы, благодаря которым можно одеть эту модель под спортивную обувь. Это идеальный спортшик. Эта партия получили 5 расцветки, только что получили. Сюрприз и спортер. А, может быть. Сам яркий цвет был черный. Ближе ткань покажу. Здесь у нас идет жаточка, придает красивый вид модели. И если когда у изделия жаточка. 5 расцветок, черный, такой изумрудно-зеленый, сочный у нас идет красный и оранж. Изумруд, коралл, пыльные розы и черный. Яркие, стильные, модные расцветки у проверенной модели, которую все ждали. Напомните, пожалуйста, о своем заказе. Ну как же без блузок горошек? Яркие, стильные. На планке пуговички. Пуговички у нас разных цветов. На груди они желтого цвета под цвет декора. У нас здесь ярко-желтый был карман и полосочка. Еще 4 расцветочки как бы есть. Здесь у нас рюшечка вот так украсила с одной стороны переходом вот на рукав. Здесь у нас вставочка красная, накладной карман. Здесь у нас красный. Сочетание черного, белого, красного цвета придает очень красивый вид модельки. Также есть у нас вот кирпичный есть у нас цвет. Оранжевый, скажу, штапель вискоза, мягкая, приятная ткань. И у нас идет еще одна расцветочка. Представим все 4 расцветки вам. Ой, вы знаете, это поступление вас действительно порадует. Это у нас платье идет, штапель вискоза из прошлого. Также модель идет у нас подкладочка натуральной вискозы. Только... Яркое, сочное сочетание расцветок, можно под любой маникюр, под любой цвет обуви, под любой цвет подобрать и сумочку тоже. Федя, вот так на руках держи, вначале покажем размер. Вот такой размерчик, свободный стиль, красивое сочетание, знаете, очень такое желтое с синим. Стиль бога, и можно худые одевать, и можно на... Здесь идет 60% катона и эластан. Наша знаменитая модель бабочка. Очень хороший размер, тоже идет катон, бат на рукавах, вот такой вот, смотрите, бабочки, да, стая. И красивые сочные расцветки под любой маникюр, обувь и сумочку. Да, у нас действительно дружный коллектив. Да, мы работаем в обычном режиме. С понедельника по субботу включительно. Выходной день у нас воскресенье. Поступление нашей новой продукции в течение дня. Сразу же они поступают и в телеграм-канал. Еще одна эфир, эфир. И худый, и средний размер, и наполненный. Очень хороший размер. Все наши прямые эфиры мы сохраняем. Можно просмотреть записи. На сегодня это вторая часть нашего прямого эфира. Который модель вам понравился, секрет сделайте и отправляйте нам на директе, на WhatsApp и продолжаем ваши вопросы. У нас только оптом, у нас 4 магазина, везде одинаковый товар, один семя идет, кому где удобнее, можно оттуда заказывать. Есть и классические модели. Есть классика, есть спортивные, есть каждый день, есть выходной. В стиле сафари. Есть вечерние. Одежда на любой вкус и стиль. А также, уважаемые любимые клиенты от компании Darkman, огромное спасибо за звонки, за смс, за теплые слова. Нам тоже приятно то, что наша продукция нравится вам и вашим клиентам. Будем стараться, стараемся. Желаем вам здоровья, желаем удачной торговли. Всех с праздником 1 мая, День труда. А также всех наших христиан с наступающим святым праздником Пасха. Да, есть наличие по хорошей стоимости. Ракеты, пыльники. Кто нам присоединился, сейчас у нас очень хорошие доступные цены. Которые можно найти в телеграм-канале. Либо уточняйте у операторов. Нас можно найти во многих социальных сетях. У нас есть две странички в Instagram, это Darkman Fashion и Darkman Fashion. Также на Ютубе, в Одноклассниках, в Фейсбуке, в ТикТоке, в Фейсбуке. Дальше.
У этих изделий сетка мягкая, приятная, не жесткая, не колется. Базовый сарафан, широкие лямки сделаны из трикотажа маечного вискозы эластана. Яркие, сочные расцветки. Рыба, газетки. Очень красивая ткань, если ближе посмотреть. Здесь, смотрите, есть такая жаточка, антисюлюлит, я ее назову. И вот такие вот рисунки, которые применяются в живописи в стиле поп-арт, но мы их применили на одежде. И на одежде очень красиво смотрится стиль поп-арт. Стильные вот такие вот необычные трусики. Сочные красивые цвета изумрудно-зеленого цвета. Цветовая гамма в этом году действительно радует. Расцветки разные-разные, на любой вкус. Кислотные расцветки. В последнее время очень модно несколько лет, и обувь, и вещи тоже. Кислотно-фосфорные расцветки. Это у нас изделие все идет трикотаж, вискоза, эластан. Много комбинированных тканей, но в основном наша вся продукция из натуральных тканей. В производстве нашей одежды мы используем хлопок, вискозу, лен, штапель, шифон и многие другие. Штапель вискоза, легкая, как перышко ткани, вам будет очень приятно носить. Вот это натуральный штапель, смотрите, вискоза. Натуральная ткань, на лето в них жарко не будет. Тоже штапелечек, необычные расцветки вот такие вот, смотрите. Спинка утяжки, можно как пояс, можно сделать как бантик. Пардон, не видно, по-моему. Спинка утяжки, можно как пояс завязывать, можно в спине как бантики сделать. Яркие, стильные вещи от компании Darkman. Платье-халаты, полная идет рабочая пуговички, штапель, вискоза. Очень классный сарафан на лето, ткань просто прелесть. Кто любит более пастельные расцветки, смотрите, какую новинку мы получили. Граффити, хаки. Голубенькие и вот такой вот. Даже такие как лодочные цветы. Лед. Цвет льда. Цвет льда. Ну жарко же и будет прохладно. Также здесь у нас, видите, резиночка, пройма невысокая. Удобные, модные, стильные вещи. И сюрприз! Мы получили всеми долгожданную блузу. Идеальная посадка, шикарный крой, изысканный воротник. И смотрите, какой здесь рукав. У модели есть расцветки, которые мы покажем немножко позже. Также мы получили вашу долгожданную двойку. Здесь у нас идет сарафан и платье-халат. Можно носить ее двойку вместе, можно в закрытом виде, можно отдельно сарафан. Сарафан также имеет свои боковые карманы. Очень приятная, красивая расцветка. Радует глаза, смотрите. Легкая, удобная, приятная. Здесь у нас две штучки в серии единичка-двойка. И сюрприз рубашки, которую все ждали. Она пришла и в черном цвете. Черный и белый, и день, и ночь, и офис, и нарядка. Кому как надо, заменить модели, кто ждали заказ. А для тех, кто не знает, в рукаве есть сеточка, поэтому такой красивый рукав так и остается красивым. Смотрите, какая красивая фиксация идет. Фонарик, и знаки идет, сеточка. Эко кожа, аппликация. Французский воротник на спине, такие, как Шанель воротник, черный и белый. Это у нас двоечка, я ее повесил на вешалку по отдельности, чтобы можно было разглядеть модель. Отдельно идет сарафан, смотрите. Здесь, как я и сказал, у сарафанов тоже есть боковые карманы. Кто любит носить сарафан, может по отдельности сарафан носить. Это двоечка. Также можно это тоже носить как пыльник на другую одежду что-нибудь. И можно одеть, как и отдельно, и платье. Две вещи в одно. По поводу стоимости пишите, пожалуйста, нашим операторам. Они вам ответят, помогут и подскажут. А на нашей модели, смотрите, какое изысканное изделие. Это у нас из кружевного полотна. Жакет на молнии с удобными боковыми карманами. Разрезы у нас фиксируются лампасами. И у модели есть расцветки.
лимон, коралл и белый. Представлено три расцветки, одна лучше другой. Ограниченное количество, хорошая цена, хорошие размеры. Пока есть наличие. Такие модели можно одевать... Фурка. Под наши платья, сарафаны, будет изысканный комплект, образ. Тоже ограниченное количество, последние две серии. Кто успеет делать с икрами, посылайте нам ваш шанс. Пока две серии наличие. Лен, хлопок, смарловка, весенний летний пиджак, накидка. Посмотрите, какая ткань хорошая. Очень хорошие цены сейчас. Которые вас порадуют. Более полную информацию вы можете найти в нашем каталоге, который есть в телеграм-канале. Телеграм-канал мы создали для вашего удобства, и можно найти все модели по этажам. У них есть стоимость, фотографии, есть мини-видео, которые вы можете использовать в своих социальных сетях для вашего же удобства. На рукаве ручечки очень красиво объем на модели, и все прикроет и в мер, и в пир. Еще одна батист, тоже хорошая цена. Можно рукав покороче сделать, можно подлиннее оставлять, кому как интересно. Очень хороший заменитель ткань, тоже очень хороший цена. И продолжаем. Джинс, хлопок, пенсов. На правой стороне одна накладная карман, на левой стороне одна накладная карман и глазки. Никто вам не глаз дал. Получили долгожданную тунику, оверсайз. Смотрите, какой красивый декор. Тип модели в сезоне, которые мы очень редко видим в магазине. Пока есть в наличии. Вчера получили одна партия, только черный цвет. Самый сочный, самый яркий цвет. Красота, вискоз, жаточный, очень хорошие страны и украшения с комплектом. Батист, накидка, рубашка, тоже ограниченное количество, белый такой молочный цвет и коралл. И под джинсы, и под классические брючки, и под лосины, под все вещи можно носить. И жакетом можно носить под платье. Не забываем, что летом бывает, тоже, да, летом бывает тоже прохладно. И можно как кофточка, можно как туничка, под лосины, под шортики. Яркие платья, которые... Со сложным декором. Цвет маникюра. Яркий, такой вообразный воротник. На плечо такие кружева. Очень красивая. Очень богаче выглядит. Очень красивая, очень сочная, очень яркий спортшип. Еще одна легко. Трапеция. В спине идет вертикальная полоска. Впереди и вертикальные полоски, и горох, сильный крой, рукав, выход рукава сделаны спущенные, такие мягкие цветочки. И абстрактные, такая... абстрактного цвета пуговички на груди красного цвета, что привлекает к себе внимание. Симметрия, линия, можно завязывать, можно спустить, кому как интересно. Спортчик тоже такая. Еще одна двоечка, бомба и сарафан. Можно сказать, изысканная накидка. Это вообще стиль, очень хороший модель. Стиль вот жакета. Сарафан. На завязочке, правильно? И сарафан, смотрите, как... Можно открыть, попробовать, повесить на другую вещь, китайка. Смотрите, потом, какие хорошие объемы. Какие хорошие объемы. Во. Я думаю, три яруса есть. Может, три с половиной. Три яруса идет форма трапеции. Даже если у вас большой размер, то оно будет свободного кроя. И здесь, вот посмотрите, резинка. Все здесь на прикройке, очень хороший сидит, под любую фигуру. И бомбера, бодеро. Даже можно отдельный под джинсы, как кофточки. И сарафан отдельный. Это тоже вариант. Почему не будет? Очень даже неплохо будет смотреться. И изысканное платье, декорированное кружевом. Смотрите, какие красивые рюшки, какие объемы. На талии есть резинка, поэтому можно регулировать длины.
Угу. Это. Наша новинка. Очень красивое платье, прямо интересно. Наша прямо жизнь. Смотрите, голубое небо, зеленая трава, зеленая поляна, вот такие яркие, красивые птицы. Это вот такая жизнь самая прекрасная. Очень идеальная задумка, фантастическая модель. Имеет поясок, полные рабочие пуговички, также вот такие накладные карманы. И плюс вот эти вот такие защипы придали красивый подолый вид. Очень красивая расцветочка. Модель, можно сказать, в органичном количестве. Вас приветствует компания Darkman. Находимся мы в городе Стамбуле. Продаем свою продукцию только оптом. Нашу продукцию можно приобрести только в наших магазинах, два из которых находятся в Лалале, один в Османбее и один онлайн-магазин www.darkmanshop.com. И представляем вам, смотрите, какую красоту. Ярко сочетание цветов, запахи весны и лета, прямо цветы пахнут. Здесь у нас штапель, прямо пылинка, штапель вискоза, легкая, приятная ткань. Эта вещь легче, чем вешалка. Это у нас двоечка, лимон и белый, представлены двухрасцветки. Знаки идет туничка, базовый, вискоз, хлопок, эластаны, широкие ламочки, как короткий сарафан, можно как туничка. Сверху сделана из сетка, симметрия, линия. Рубашка, накидка, кардиган. С красивыми и изысканными рукавами. Смотрите, какой там декор. Двухрасцветки я вам сейчас поближе покажу. Посмотрите, изначально ткань. Там не получится, там двойная идет. Фонарик, а здесь вот. Сеточка сделана, сверху клетка, из вышивка и накат бархатистый горох. Такие. Как дают в картинке, не знаю, но это красиво. Очень хороший, очень богатый выглядит. Фонарик объемный, красивый рукавчик, изнанки идет сетка и тянется хорошо, полностью расстегивается с пуговками. Асимметричные линии придадут изысканность этой модели. И такая же форма спины. Первый цвет был как и белый молочный цвет. Второй цвет такие лимонные, кислотные, лимон, кисленькая такая. Яркий, насыщенный цвет лимона. Новинка, смотрите, какая красота, какая, какой крой. Смотрите, смотрите, смотрите. Ага, Зайнет сейчас улетит. Это у нас новинка, сарафан. Очень красивая задумка, такие очень красивый накат, цвета и гамма, разные красивые цвета. И на комплекте есть шарфики, можно как ободок, можно как галстук, можно как повязку, как платочек. Повязку на волосы. Кому как интересно, про цены пишите нам директ на WhatsApp или на Telegram. Либо в инстаграм-профиль, на котором вы просматриваете наши видео, в директ мы ответим на все ваши вопросы. Двоечка контрастного цвета майка и классического цвета из белого кружева. Бомбер-рубашка, накидка, которая украшена красивыми лампасами. Хорошие объемы. Цельнокроенный здесь у нас рукав. Вверх у нас одинаковая расцветка, здесь у нас белый цвет идет, только меняется у нас базовая маечка. Маечка вискоза и эластан, трикотаж, тянется две расцветочки. Вот, очень красивая задумочка, здесь полукругом рюшечка сделана, и вот такой вот можно затянуть, придать необычный цвет внизу. Здесь у нас ткань прошлая, мягкая, легкая. И вот две расцветочки, есть базовая маечка коралловая и есть зеленая. И модель покажем мы с близкого. Очень приятная ткань. Берешь руки прямо. Очень-очень приятная. Очень идеальный рисунок сделан. Ткань, я думаю, здесь тоже метражи ушли придать такой вот вид красивой красоте. Смотрите. Просто прелесть. Красивое сочетание расцветок подобрано. Очень красивая модель. Новинка. Можно сделать бандану, можно сделать и маску, и как вам будет удобно.
Прямо в прелесть. Смотрите, как красота. Такое еще не видел. Потому что мы только получили, это же новинка. Мы тоже с вами вместе смотрим из новинки. Еще нигде не стильная моделечка. Здесь основное платье идет трикотаж вискоза и вот такой вот стильный портупель. Очень интересная задумка. Здесь у нас картончик. Приятный джинсовый трикотаж вискоза. 102. Яркая, сочная моделечка. Здесь у нас размерчик идет. Смотрите, батальный размер, трикотаж из кожи эластан. Спинка украшена вот таким вот накатом. Придает красивый вид спинке. Сочетание мелкого леопарда и вот таких сочных, ярких цветов. Также моделька есть у нас вот такая вот. Яркий, сочный цвет. Очень красиво сделан подол. Задумка интересная. В одетом виде просто красиво смотрится. Также наши любимые поцелуйчики тоже есть в наличии. Трикотаж вискоза сидят просто идеально. Батальный размер. Здесь у нас штатер вискоза. Сочетание, смотрите, в трех расцветах черного, белого, красного цвета. Мысик не глубокий, сразу скажу. Воротничок сочетания с рукавом. И вот такие у нас пуговички придали очень красивый вид этой модели. Это у нас кнопочки, извиняюсь, штатер вискоза. Конечно, одна из тоже хитовых моделей этого сезона. Здесь у нас воротничок, очень модный в этом сезоне. Гюпюргат, штапель вискоза. Здесь у нас ремешок, полные рабочие пуговички. Идеально красивая вещь. Также боковые резинки вам фигурку сделают. Это у нас идет натуральный лон. Есть расцветки здесь яркие, сочные, смотрите. Можно под любой маникюр, под любой обувь, под любую сумку цвет подобрать. Очень красивая задумка подола. Можно под любой цвет педикюр тоже? Тоже педикюр. Здесь идет лен, мягкий, приятный, не жесткий, не колется. Здесь у нас шифон. Здесь, смотрите, здесь у нас идет вышивка цветов. Также идет у нас лампас. Также хочу поближе сказать, вот такие вот горошины украсили этот шифон. Шифон также мягкий, приятный и не колется. Очень приятная ткань. Здесь идет поплин. Сочетание цвета очень красиво подобрано. Вторчную рукам, батальный размер. Подол сделан полукругом, придал красивый вид подолу. Прямо пылинка. Сочетание вот таких расцветных клеточки, серенький, беленький, черненький. Очень красивое сочетание. Полные рабочие пуговички, накладной карман. Вот так фатинчик украсил подол, вставочка и катона хлопка. И, конечно, на спинке вот такой рисунок придал вид спинки. Картон хлопок эластан, хоть и белого цвета. Изделие с такой вот ткани не было в белых расцветках, у нас не просвечивается. Рубашечный воротник. Очень красиво сделан рукав в виде трех лампасов вот таких. Придает очень красивый вид этой модельки. Модель двухрасцветочка, сочетание черного, белого, красного цвета. Здесь полосочка идет в виде меланжика вот такого, полные рабочие пуговички. И вот такой рисунок заканчивает подол, придает красивый вид этой модели. Две штуки есть в наличии в телеграм-канале на 8 этаже. Мы получили на повторе нашу знаменитую модель. Смотрите, какой яркий алый цвет, рубашечный воротник на молнии, по низу есть утяжка, рука в три четверти, украшен лампасом таким красивым. И у модели есть расцветки. Одета была в красный, черный и белый. Это мы тоже долго-долго ждали. Бомбера рубашка, кто знает модель, фит модели в сезоне, про это даже не надо разговор. Про как садит, как выглядит вообще, как сказка. Поверите, что знаю, про что говорю. Обалденный модель. Три расцветки только что получили. Кому нужны такие красота, можно сохранить, сделать и заказывать. Три расцветки. Один белый, красивее другого. Белый. Черный, белый, красный. Самый прямой цвет, полностью. Очень изысканный образ подчеркнет безупречный вкус его обладательницы. Это у нас комплект есть. Внутренний сарафан на тонких лямках из вискозы. Декорирован он у нас. Шик. Также у нас две расцветочки есть. Красная с черным и фуксия с черным. Здесь у нас на подоле, смотрите, фатинчик у сарафана сделан. Саму трикотаж вискоза эластан мягкая, фатинчик тоже мягкий, приятный. Слоями, рюшками прям красиво. Да.
Красиво подобран узор гипюра. Гипюр тоже мягкий, приятный, не жесткий, не колется. Модель в двух розеточках, трех розеточках, и могу сказать, в ограниченном количестве. И к информации клиента хочу сказать, у нас в магазине на продукции очень хорошие, доступные цены. Третий розетки лимон. Благодаря тому, что здесь есть, смотрите, такие полоски из ткани в виде лампасов сделано, очень стройнит. А есть более классическая модель. Здесь, смотрите, рубашечный воротник, на планке идут пуговички в цвет кружева. Внутри идет сарафан из вискозы на тонких лямках и тоже украшен фатином. Красивый образ. Мягкий, нежный расцвет. И смотрите, какая красивая полосочка. Сам блузон у нас идет на пуговичках, на кнопках. Спущенный рукав с патами и бабочки, которые хотят улететь. У модельки два цвета. Желтый и такой... Лимон и джинсовый цвет, такие как индиго цвет. Серии из голубенькие комбинированные расцветки. Рубашка, бомбер, кофточка, кто как хотите, так называется. Или иначе, даже болеро можно сказать. Я бы сказал, очень модные и качественные кофточки. Бомбер, блюза, рубашка. Ага, все у нас есть, да? 8? Нет, 8 в одном. Ты перечислил больше названий. Это как закон, 3 в одном. Вот посмотрите, так какая сделана. Спущенный рукавчик. Хороший объем. Лимон и джинса. И продолжаем ромашки. Стиль боку, платье, туника. На левой стороне одна накладный карман, пояс с комплектом. Очень хорошие размера, очень хорошая задумка. 2 штучки, ограниченное количество. И пальми, лед. Это спортчек, платье, кардиган. Тоже долгожданная модель. Получились. Очень ярко сделан здесь карман. И на кармане такого же яркого цвета есть шнуровка. Смотрите, привлекает к себе внимание. Очень-очень приятная к телу. Шнуровка на золото? Нет, да, капюшонная шнуровка яркого цвета. Регулируется. А там, конечно, кардиган на молнии. И вот накат, пальмы. Такие, кофе с молоком цвет. И контраст идет такие антрацит пальмы. Удобный голубой капшон. Капшонный знак идет катон, лайн света. Очень-очень красивая задумка. Вообще супер. Бессловно. Новый модель. Рукав здесь изысканный. Сразу даже без разговора поверьте. Батальное платье. Очень тонкий, очень легкая и не светится. Вообще как пушинка. И сделано рукавчик как красиво посмотреть. Да, завязка. Очень вот интересно сделана задумка. Видно в кадре. Нравятся вам наши прямые эфиры? Еще одна двоечка. Здесь идет на тон ламочки сарафан, вискоз хлопок эластан. И сверху такая. Поближе вам покажу батист ткань, разные цвета и гамма. Очень приятная к телу. Хорошая задумка. Верхнее платье можно носить как платье в закрытом виде, так же как накидку в открытом виде. И растягивается полностью с пуговками. Очень красивое стильное платье. Это у нас двойка есть. Базовый внутренний сарафан. И платье легкой воздушной ткани. Патами на рукавах, на планке пуговички, накладные удобные карманы. Изысканно сделана рюшечка. Платье само можно носить как с поясом, так и без него, потому как на талии есть резинка. Мягкая, нежная-нежная ткань. У модели есть расцветочка. Была у нас вчера с такими серенькими горошками. Есть вот такая вот яркая. Здесь точно рукав, пату на рукавах.
накладные карманы, защипы под карманами, очень красиво получился у нас подол, полные рабочие пуговички и плюс вот что. Здесь у нас идет базовый сарафан, такое изделие можно носить. И двоечку можно в открытом виде носить, как пылечек, накидочку тоже. Само качество очень приятное, мягкое. Расцветки сами видели. И плюс есть свой поясок. Поясок можно уже фантазировать и ободком, и уже шарфиком, как вам будет удобно. Кто ждал рубашку в клетку, смотрите, какая красота. Мы ее получили. Изысканный рукав, красивый воланчик. С таким мягким переходом идет по плечам, очень стройнит. И предыдущие цветочки платья, двоечка, вот второй расцветки, вот это была надывочка, сарафан, тоненькие ламочки, вискоз, хлопок, эластан, пояс с комплектом, здесь плашовка, только тоненький, как баллончик идет, вообще воздушная, легкая, чем вишенки, как вообще, даже, пух-пух, как что? Пух. Да, как пух, даже легкая, пушинка. Ткань такая воздушная, что, видите, запутались немножко. Ничего. У нас есть даже такого стиля вещи, как воротник в стиле поло на кнопках, но свой декор, и поэтому вещи не только классическая, но и спортивная, очень мягкая. Смотрите, какие линии абстракционные. И изысканная двойка. Сарафан в полоску, декорированный на подоле кружевом. Смотрите, каким широким. Трапециевидный крой. И футболка. Футболка тоже удлиненная. Рукав в три четверти. В серии две штуки. Очень-очень стройнит эта модель. И даже у такого качества ткани есть удобные боковые карманы. Также у модели есть расцветочки, вот боковые карманчики, видите. Меняется у нас футболочка, футболочка трикотаж, основной у нас штапель вискоза. И вот такой нежный, красивый гипер. Модель у нас как бы в двух расцветочках представлена, есть в наличии. Красивое платье, вообще шикарное. Я вам скажу, здесь... Изысканное, смотрите, да, вообще-вообще платье. Красивое. Базовый сарафан идет трикотаж вискоза. Батальный размер, это у нас можно носить как пыличку, можно как и пыльник носить. Красивая сочная расцветочка. Это у нас яркий стиль поп-арт расцветочка, батальный размер, вискоза, трикотаж. Туничка вот такая, шифон, на ней идет вот такой вот идеально красивая. Ткань очень интересная, очень-очень. Батальный размер. Такие варианты, которые сейчас я показываю, можно носить как и рубашечку, можно как и жакетик. Два в одном. Интересная задумка. Штапель вискоза у этих изделий все идет. Спинка украшена вот таким вот глифером черного-красного цвета на белом фоне. Придала красивый вид. Также балеринка наша знаменитая, вот она. Шифончика, капсул, хлопок, эластан. А это само совершенство. Очень красивая кружина. Красивый декор бабочек. Они как будто живые. Большие маленькие бабочки. Двоечка. Крестьяночка интересно сделана. Гюпер и джинса тенсел. Также картон, хлопок, эластан. Изысканный блуза-жакет, можно сказать. У этой модели ограниченное количество, по-моему, по две серии осталось. Яркие сочные цвета, на лето идеальные вещи. Есть яркие сарафаны, штапельные ткани. У них есть шляпа своя в комплекте. И не нужно придумывать образ, он уже готов для вас. Здесь идет качество лен, мягкий, приятный, не жесткий, не колется. Средние сарафанчики вот такие вот на лето, идеально вещь. У нас не только длинные вещи есть, да. Это у нас сарафанчик. Верхняя часть у нас вот такая сделана резиночка жабка. Легкий, мягкий, приятный штапель, боковые карманы, расцветочка, серенькая, нежненькая. Сарафанов большое-большое разнообразие. Это классическая расцветка. Смотрите, разного качества сделаны плечики. Яркие, сочные цвета. Штапель вискоза, поплин, мягкое, приятное качество. Прямо девушка красиво сделана на рукавах. Джинса тенсел комбинированы с трикотажем. И подол украшает вот такой фатинчик. Легкая, коренькая, мягкая, приятная.
У многих моделей, скажу, очень ограниченное количество наличий, потому что клиенты звонят, заказывают, многие кадры работают. Уточняйте, кто решил, хочет заказ сделать, уточняйте заранее информацию у карга, делаем скрины и заказываем. Мы работаем. В обычном режиме. Наша фабрика работает. И приглашаем вас тоже работать. С Днем труда! 1 мая – это Международный день труда. Мир, труд, май. Так, майовки начались, едем на майовку на выходные, отдохнем и понедельник на работу. Россия отдыхает 12 дней. Желаем удачного отдыха, приятного отдыха. Шашлыки еще вкусные были. Всех с наступающей Пасхой. Завтра святой день. У всех христиан самый большой праздник в году. Всю эту продукцию вы можете сами найти в телеграм-канале. У нас на 8 этаже вся эта продукция. 2 штучки в серии. Я думаю, пасочку все приготовили. Куличи, все красиво. Рулетики вкусненькие. Как наши красивые модельки вкусненькие. Изысканные нарядные платья. Желаем вам следующую Пасху тоже увидеть. Конечно, от компании Darkman огромное спасибо за теплые слова, за комментарии, за звонки. Желаем вам удачи, удачи в торговле, желаем вам здоровья. Наша знаменитая модель остался один цвет. Это уже ограниченное количество. Получите одну. Очень красивая жаточка. Брючки здесь у нас палацио. И, конечно, спинка украшена вот такой вот аппликацией. И наша знаменитая модель. Ты морячка, я моряк. Здесь у нас идет вот такая вот футболочка. Брючки у нас на подтяжках. Здесь идет трикотаж. Здесь у нас штапелеч. И с этой моделью мы сегодняшний прямой эфир заканчиваем. Ждем обязательно заказики. 4 магазина, везде одинаковый товар, один цена. Кому где удобнее, можно оттуда заказывать. То, что мы показали сегодняшний день, что есть наличие, очень хорошие цены. И сделать ваш заказ до понедельника. Приятных выходных. Еще раз всех с праздником. С вами были мы, наша дружная компания Darkman. Мы ждем ваших заказов до понедельника. Всем пока-пока. Желаю отдыха.